Приветствую всех на канале Амигуруми Лайф. И сегодня у меня презентация нового мастер-класса вот на такую замечательную летучую мышку. Данная игрушка связана из двух видов пряжи плюшевой. Крылышки связаны из Lavita Velour, а сама мышка связана из пряжи Woolens Bunny Baby. И размер игрушки из данной пряжи. Крючочек у меня 3,5. Получился вот от ушек до низа 12 сантиметров. Если вы будете вязать из другой пряжи, то размер может быть другим. Игрушка вяжется тело одной деталью, пришиваются ушки и крылышки. Вяжется очень просто. Получается интересная. Мастер-класс в формате PDF на 9 страницах с описанием и с фотографиями. Уровень сложности низкий. Мастер-класс не содержит уроков по вязанию. Но если вы знаете, как вязать отдельные элементы, это столбики с накидом, столбики без накида, соединительные столбики, то данную игрушку можете связать очень-очень просто и очень быстро. Для ярмарки эта игрушечка очень хороша. Тем более сейчас впереди у нас Хэллоуин. Хотя он и не наш праздник, но тем не менее молодежь, дети этот праздник знают. Внимание! Первые 3 дня, сегодня, завтра и послезавтра, 25, 26 и 27 сентября, скидочка будет на мастер-класс, и стоить он будет 150 рублей. Внизу под видео будет ссылка, по которой вы можете пройти и приобрести данный мастер-класс и связать вот такую замечательную игрушечку. Итак, всех вас ждем в нашей группе за мастер-классом. Пока есть возможность купить подешевле, обращайтесь.